Здравствуйте! В этом видео мы поговорим о лучших съемных протезах, которые действительно стоит ставить. Какой из них самый надежный, долговечный и при этом недорогой? Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не поставить такой протез, последствия от которого могут быть просто ужасными. Меня зовут доктор Виктор Круш. Я стоматолог-имплантолог из Израиля. В моих клиниках в Тель-Авиве и Иерусалиме я ежедневно помогаю моим пациентам вернуть способность улыбаться и жить полноценной жизнью. Сегодня мы поговорим о важности выбора качественного съемного протеза. Почему это так важно? Верно подобранный протез играет огромную роль в вашей жизни. Он не только восстанавливает функции жевания и речи, но и дает возможность чувствовать себя уверенно, сохраняя естественность вашей улыбки. Но выбор некачественного протеза может привести к целому ряду проблем. Плохо подобранный протез может вызвать дискомфорт при ношении, затруднять процесс питания, даже вызвать болезненные ощущения и раздражение. Кроме того, некачественные протезы нередко служат источником развития инфекции и могут привести к потере оставшихся зубов. Поэтому я всегда настаиваю на том, чтобы мои пациенты выбирали только высококачественные протезы. Ведь их функциональность и безопасность напрямую влияют на качество вашей жизни. Помните, ваша улыбка – это не только ваша визитная карточка, но и залог здоровья. Продолжайте смотреть, чтобы узнать больше о том, как правильно выбирать съемные протезы и какие последствия могут быть, если игнорировать это правило. Понять, какой протез будет служить вам долго и надежно, не так сложно. Если вы знаете, на что стоит обратить внимание, прежде всего обратите внимание на качество материалов. Лучшие съемные протезы сегодня делают из высококачественного акрила, нейлона или металла. Они устойчивы к износу и могут прослужить долгие годы. Однако помимо этого важно и то, какой материал используется для имитации зубов. Чаще всего это композит или акрил. Композит более долговечен и лучше имитирует естественные зубы, чем акриловые зубы. Второй важный момент – это точность посадки. Даже самые дорогие материалы не помогут, если протез плохо сидит. Качественный протез должен плотно прилегать к деснам и не вызывать дискомфорт при ношении. Следующий критерий – это эстетика. Хороший протез не только удобно сидит и прослужит долго, но и выглядит как настоящие зубы. Это особенно важно для тех, кто хочет сохранить естественность своей улыбки. И последний, но не менее важный пункт – это мастерство специалиста, который делает протез. Лучший материал не поможет, если протез сделан некачественно. Именно поэтому важно обращаться только к опытным специалистам. Вот такие основные критерии помогут вам определиться с выбором протеза, который будет служить вам долго и надежно. Не забывайте, что ваше здоровье и комфорт – это самое важное. Как ухаживать за своим протезом, чтобы продлить его службу? Вы можете посмотреть в этом видео. Ссылка на него появится здесь. Теперь давайте рассмотрим лучшие и самые долговечные съемные протезы на рынке, по моему мнению. Но помните, что каждый случай уникален, и окончательный выбор должен быть сделан с учетом индивидуальных особенностей вашего организма и советов профессионала. Первым в этом списке это полный съемный протез из высококачественного акрила или материала Acry-Free. Это надежное и проверенное решение, которое подойдет большинству пациентов с полным отсутствием зубов. Эти протезы довольно удобны, имитируют естественные зубы и прослужат вам долго. Стоимость такого протеза варьируется в Израиле от 4 до 8 тысяч шекелей в зависимости от сложности работы. Далее идут частичные съемные протезы на основе металла, бюгельные протезы. Они более изящные, чем полные съемные акриловые протезы, но при этом очень прочные. В моей практике многие пациенты отмечают их удобство и отсутствие дискомфорта при ношении. Наконец, мы имеем протезы из нейлона. Это инновационный материал, который обеспечивает отличную посадку и максимальную адаптацию к деснам. Нейлоновые протезы, вальпласт, ацетал выглядят естественно, прочны и достаточно комфортны в ношении. Каждый из этих протезов имеет свои преимущества и отлично подойдет для восстановления функции и эстетики вашей улыбки. Я рекомендую их на основе многих положительных отзывов от моих пациентов, их долговечности в практическом применении. Однако помните, что даже самый дорогой и качественный протез не поможет, если не соблюдать правила его использования и гигиену. И помните, что съемные протезы – это самый популярный способ замены зубов, но у него есть и ряд недостатков. О них я рассказываю в других видео на моем канале. Поэтому куда надежнее ставить либо протезы на имплантах, либо делать имплантацию. А чтобы сделать это все качественно и максимально безопасно, вы можете обратиться в мою клинику, мои клиники в Тель-Авиве и Иерусалиме. Я и моя команда заботимся о том, чтобы пациент мог чувствовать себя комфортно, при этом получать сервис достойного качества. Я специализируюсь на имплантации зубов и протезировании и рассматриваю каждого пациента как отдельный проект, подбирая ему персональный и необходимый план лечения и протезирования.
Наша клиника в Тель-Авиве находится в самом центре. И при желании вы можете прилететь и за 3-4 дня решить все вопросы, связанные с имплантацией и протезированием. Если вам интересна имплантация и вы можете прилететь в Израиль, вы можете прислать мне свой панорамный снимок, и я предоставлю план лечения и протезирования. Ссылка находится под этим роликом, в закрепленном комментарии и описании к этому ролику. Итак, если вы стоите перед выбором протеза, то вот несколько моих рекомендаций, которые помогут вам принять правильное решение. Во-первых, обратите внимание на материал протеза. Мы уже говорили о том, что на рынке представлены акриловые, металлические, нейлоновые протезы. Ваш выбор должен зависеть от ваших индивидуальных потребностей, бюджета и рекомендаций врача. Во-вторых, проверьте, как протез садится на ваши десна. Хорошо подобранный протез не будет вызывать дискомфорт и будет плотно прилегать к деснам, чтобы не вызвать раздражение или болезненные ощущения. Третий пункт – это эстетика. Ваш новый протез должен выглядеть как настоящие зубы. В конце концов, у вас должна быть уверенность в каждой улыбке. И, наконец, не забывайте о профессиональной консультации. Несмотря на все общие советы, каждый человек уникален, и у каждого свои потребности и обстоятельства. Поэтому важно проконсультироваться со специалистом, который сможет оценить вашу ситуацию и помочь подобрать наиболее подходящий вариант. Помните, ваша улыбка и здоровье зубов – это важный элемент вашего общего благополучия, и правильный выбор протеза может значительно улучшить вашу жизнь. Итак, мы обсудили множество важных моментов о съемных протезах, и я надеюсь, что эта информация поможет вам сделать правильный выбор. Но не забывайте, что это всего лишь вершина айсберга. У нас есть множество других видео, где мы рассказываем о здоровье зубов, протезах, имплантах и многом другом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и не забывайте улыбаться. Ваша улыбка – это зеркало вашего здоровья и самочувствия. Будьте здоровы и улыбайтесь чаще. До встречи в следующих видео!